А соседям Нижневартовске тем временем мастера маникюра предлагают клиенткам нанести QR-код на ногти. Объявление с такой услугой появилось в социальных сетях. Авторы утверждают, что проверили шифр, он считывается при сканировании смартфоном. Также подчеркивают, что такой аксессуар точно не потеряется и будет буквально всегда при себе. В Сургуте таких предложений пока не встречалось, однако наши бьюти-мастера открыты для новых идей от клиентов, в том числе и таких. Сделать это реально, но не вручную, потому что повторить непосредственно вот этот уникальный код очень сложно. И если где-то допустится ошибка, он, соответственно, не считается. А если ко мне придет клиент с наклейкой и просьбой нанести QR-код на ногти, я, конечно же, сделаю, но гарантий давать никаких не могу о рабочести этого QR-кода.